Самые свежие продукты жители региона теперь могут приобрести практически без наценок. По выходным в Белгороде, Старом Осколе и Губкине работают продовольственные ярмарки. В чем их преимущество? В одном месте сотни торговых точек, а значит, богатый выбор продуктов. И самое главное, нет посредника между производителем и покупателем. На ярмарке в Старом Осколе и Губкине побывала моя коллега Оксана Черных. В Старом Осколе сегодня ярмарка проходит без особого ажиотажа, но если сравнивать с прошлыми выходными. Тем не менее, погода немножко подвела. Мороз и небольшой снег, однако большое количество все-таки пришло на площадь у крупного ТЦ для того, чтобы купить самые необходимые продукты. Бойкая торговля стартовала с рассветом. На этот раз ярмарка собрала более 70 производителей со всего центрального Черноземья. За творогом я пришла. Вот, потом посмотреть картошку. Сюда придешь, здесь все можно купить сразу. Для тех, кто не постится, мясная продукция и рыбная широко представлены нашими фермерами и производителями. Для тех, кто постится, овощей огромное количество и фруктов. Прилавки усыпаны, есть все. Мясо, сало, колбасы, сыры. Особой популярностью староскольцев пользовались куриные яйца по 50 рублей за десяток. Горожане активно покупали овощи и фрукты местных производителей. А вот эта халва приехала на ярмарку прямиком из Ростова. На прилавке 40 видов. Классическая, с кунжутом, с какао. И что особенно важно, без консервантов. За счет этого срок годности халвы 45 суток. В магазинах она идет больше полгода. Поэтому она всегда свежая и по ГОСТу. Не сахаром единым. Староскольцы бойко покупали шампиньоны, ароматные огурчики и молодую зелень. А в Губкине тем временем народ разбирал фермерскую сметану, масло, йогурт и сыры. На ярмарочных рядах, раскинувшихся на улице Преображенской, товар предлагали более 60 предпринимателей, торговых представителей и владельцев фермерских хозяйств. Натуральный сыр полностью из молока. Во-первых, во-вторых, тут ручная работа, она всегда ценилась тем, что она сделана по такой технологии, которую машина никогда не сделает. Смотрите, вот этот сыр, вот он расслаивается полностью. Найти особенно вкусный продукт здесь проще простого. Фермеры и владельцы личных хозяйств привозят сюда самое лучшее в надежде завоевать доверие и любовь покупателей. Купила молоко топленое, сыр купила козий, очень вкусный, рекомендую. И еще что, и это моцареллу купила, все молочное. Натуральные продукты, подешевле, интересно. В магазин уже не хочется после ярмарки идти. Люди собираются, как-то отвлекаются от проблем различных. А это все-таки вон и музыка здесь, и продукты. Ну, веселее. Когда общаются, это очень хорошо. Если по каким-то причинам вы не попали на ярмарку в эти выходные, вас будут ждать на том же самом месте в ближайшие. Организовать ярмарки выходного дня – инициатива главы региона Вячеслава Гладкова. При этом губернатор лично проверяет, что продают и по каким ценам. Посмотрев на ассортимент, дал поручение его расширить, а самое главное – обеспечить существенную разницу со стоимостью продуктов в магазинах. Нужен другой уровень работы с производителями, особенно сейчас с овощной группой, с борщевой группой. Востребовано яйцо, подсолнечное масло, мясо. Покупать мясо 500-600 рублей, мягко скажем, для многих это недоступно. В связи с этим поручение. Мне нужно в четверг, накануне выходных дней, ассортиментный перечень с ценами, которые будут выставляться. Проводить ярмарку с такими ценами, которые находятся в магазинах, смысла в этом нет. Проводить ярмарки с ценами на продукты питания на 1 рубль ниже тоже нет. С моей точки зрения, это реальный механизм возможности приобрести продукты питания качественные по недорогой цене. Еще одно поручение Министерству сельского хозяйства области – привлекать фермеров из соседних регионов, а также наладить работу с поставщиками из других стран, например, из бывших республик Советского Союза. Мы не могли обойти стороной пресловутую тему сахара. На этой неделе заместитель губернатора области Юлия Щедрина организовала встречу, чтобы дать исчерпывающий ответ на уже традиционный вопрос о сладком товаре. Почему некоторым покупателям не удается найти сахар на полках магазинов? За круглым столом собрались представители розничных сетей, производители, а также эксперты в области экономических наук, которые разъяснили механизмы товарооборота и формирования продовольственных запасов.
По словам Юрия Китаева, декана экономического факультета Белгородского аграрного университета, у покупателей изменился алгоритм потребления. Люди практически не ходят в магазины шаговой доступности, располагающиеся в спальных районах на первых этажах жилых домов. Около 90% потребителей делают покупки в сетевых магазинах. Соответственно, на них и лег основной спрос на сахар. При этом логистика поставок в сетевых магазинах и неорганизованной рознице кардинально различается. Складских запасов непосредственно в магазине практически не формируется. И сама логистика поставок, она выстроена таким образом, что вот тот товар, который приходит в сети, он практически сразу с выгрузки попадает в торговый зал. И в этой ситуации потребители столкнулись с тем, что в нужное время, в нужном месте не увидели того же сахара в нужном количестве. Если вы зайдете в магазины шаговой доступности, наверняка вы это найдете. В магазинах шаговой доступности отсутствует цикличность поставок, когда определенное количество товара доставляют в определенные промежутки времени. В небольших продуктовых запас пополняют по мере его убыли. В сетевых маркетах за счет ажиотажного спроса привозимого количества, которое покрывало нужды потребителей в обычное время, перестало хватать. Итог – пустые полки. С психологической точки зрения это вызвало тревогу у покупателей и, как следствие, спровоцировало охоту за товаром. При этом объемы производства сахара, в том числе в Белгородской области, не снижаются, а наоборот увеличиваются. Что касается цен, любое повышение должно быть обосновано,